Снова всех приветствую, ребята, на просторах PUBG Mobile. Сегодня мы прыгнули на фарм. Я с него уехал, подзалупился. И... А ну иди сюда. Там, сегодня, ребята, мы делаем засаду на мосту. У меня уже 6 убийств. Это не может не радовать. Так, возьмем коряк, пожалуй. Залутан, ну, не хорошо. Вектор взяли. Прикольная пушечка. Ну и, собственно говоря, коряк. Как раз на него давайте 6х поставим. Думаю, сегодня должно получиться круто. Давайте ляжем под тачку. А, блин, не так, как в PUBG. Не видно. Будем ждать, когда все будут идти сюда. Ну и можем других отстрелять. Как раз я им сказал, что мы соло против соло. Пригнал я сюда две тачки. Два УАЗика. Так, мы в принципе не должны проехать. Ну, ждем. Остается только это. Бронь у нас первый рюкс, это, конечно, плохо. Меня напрягает то, что я никого пока что не видел. Идите сюда. Скоро уже будет сужение, я надеюсь, хоть кто-то на Сосновке есть. Потому что и мне нужны... А это у нас что тут? Так, я должен хэд поставить. Да блин. Вот. Пожалуй, попозже его залутаем. Потому что у нас тут дела. Баррикада. Ну, прикольно, все-таки хэд поставил. Как раз, ребята, смотрите, тут катер. Посередине. Казалось, там чел. Но я думаю, мы затащим и сделаем прикольную засаду. И никто не проедет. Ну, у нас очень хорошие шансы. Как раз недавно я просрал свой аккаунт. Ну, это уже совсем другая история. Так, чё, пис нормальный у нас. Я буду смотреть, мало ли кто там на берегах есть. Ну вот, хорошо, что я вот заметил, что тут чел плывет. Может, кто с другой стороны. Да блин, через сужение, через минуту уже сужение. 50 челов, и никто так и не проехал по мосту. Я надеюсь, что... Вот... Не все едут по тому мосту, который... А, ну он уже не в зоне. Пока что он просто стоит. Красная зона. Ой. Меточку плохо я поставил. Люди, где вы? Где, блин, все люди? Только пока при вас я два чела убил. Стоп, а где его килл? Бокс. Так. Ну, когда там стреляется это? Примерно близко. А, вот он. Нифига себе, его не видно, блин. Никого я не вижу. Эх, блин. Что-то там стреляется. Опа. Так, опа. Нет. Нет.
Фу, блин. Еле-еле. Конечно, я мазал, но смог. Самое главное, не забыть про эти киллбоксы. Если забуду, то будет обидно. Так, один вот тут вот. И другой. Где-то вот там вот. Ой. Ну, прикольно, уже 3 килла я при вас сделал. И 5 в то время. Ну, что-то мне обидно, что... Никто что ли на сосновку не прыгнул? Стоп. На сосновку что ли никто не прыгнул, блин? Или все уехали? Кто-то должен был остаться. Ну, наверное, Ну, короче, когда я не буду в зоне, тогда можно будет идти. Стоп. А, фу, в камень. Ну, я, наверное, буду в следующих даже 2 зонах. Ну, я надеюсь, будет круто. Так, фу. Там у них стрельба. И... Мы не в зоне. Ну ладно, ребята, будем ждать до минуты. Еще мы минуту тут побудем. И можно будет, к сожалению, идти. Жалко, что никто не идет. Самое главное, что... Здравствуйте, сеньор. Хотите ли свинца в голову? Ну это... Я не буду говорить, что это... Игрок, но это бот. Как раз у него патрончики на коряк. Ну, думаю, этого мне хватит. Ну, давайте еще 30 сек. Жалко, что никто не проехал тут все-таки. Так, а игрок там. Всякое такое. Что, реально никого не будет тут? Да блин. В смысле, я же ему хэд дал. Короче, ребята, все, можно ехать. Жалко. Ну, что же делать? Сейчас надо не забыть. За боксами съездить. Так, давай, поехали. Сначала давайте за вот этим. Хотя не, лучше за этим. Вот он. А, ну найс, ребят, смотрите, 10 человек на эту зону. Оказался чел. Так, теперь давайте с другим. Нет, нет. Ну, блин, 10 человек на такую, ребята, большую зону. Я надеюсь, мы как-нибудь заберемся. И, наверное, это, по-моему, была моя ошибка, ребята. И все, камон. Только это. Ну, у него дипишечка, я бы взял, но давайте. Оставим этот сет. Давай, уважик. Давай. Давай. Все, изи. Так и никого и мы не встретили на баррикаде. Жалко, получилось прикольно. 2 тачки я смог притащить. Ну, звук побольше. Баги. А. Кто это осмелился сделать? А, вон. Ну, я его залутаю, потому что попаданием в голову это было прикольно. И, блин, 11 киллов, и, скорее всего, все это были боты, ребята, миньк 14.
Но нет, я хочу остаться с этим сетом. Я бы с большим удовольствием ее взял. Но видно, не судьба. Найс. 11 киллов. И еще 7 челов. Но я надеюсь, это будет топ. Один. О, вот как раз. Уазик. Ну, посмотрим насчет бенза. Ну, я в зоне, а теперь нет. Ну, знаете, я лучше сяду в другой. Давайте перезаряжусь. Теперь коряк, который сделан много киллов в копилочку. И копилочка у нас не пустая, ребята. Аж 11 киллов. Повторюсь. И где остальные люди? Меня это напрягает. Ну ладно, первый рюкс, ребята. Первый же? А, ну уже второй. Хоть что-то радует, уже второй. Ну и третий шлем. Так, радио. Не мешай. И где кто? Самое главное, чтобы я не напоролся на змею. Стоп, это... Надеюсь, это мне показалось. Нормально я так по полю скачу, прыгаю, бегаю. Давайте выпьем энергик. Вот, там уже от игровой зоны умирает. Найс. Больки оставлю. На всякий. Че, где Айр? Че, он меня задавит, и я умру. Так. Блин. Зона будет не у меня. Ну, не будем расстраиваться. У нас 11 киллов. Ну и... Довольно-таки хороший дроп. А, я, пожалуй, на него не поеду. Да, я на него не поеду. Хоть он меня так манит. Но мы лучше его выследим. Потому что я не самый близкий человек к нему. Как-то подозрительно тихо. Надеюсь, все будет нормально. Во. Идеально. И мы практически в зоне. Это не может не радовать. И... Блин, опять от игровой зоны, блин, умирают. Как так-то? Во, идеально. Будем пасти АР. И, блин, камон, к нему никто не идет. Можно, в принципе, по-тихому вот сюда доползти. А дальше уже посмотрим. Вектор. Прикольное оружие. Опа. Тем временем, ребята, осталось 3 чел, которые хотят меня убить. Мне это не в кайф. И стоп. Вон, ребята. Наше время.
Где он? Он забежал в дома? Или... Я не пойму. Опять там... Он где-то тут. Мне стрёмно. Тихо. Да блиноч. Да блин. Да блиноч. Короче, перезарядим вектор. Да блиноч, коряк. Да блин, чё я так мажу? Так, они замочили друг друга. Как по мне, это очень плотно сейчас. Блин, мне бы АВМ. Так. Я надеюсь, он не знает, где я. Мне кажется, что он где-то... Вон он. Ща, изи. Странно, это вроде бы не бот. Я что? Так. Это не бот. Потому что он, блин, спрятался. Ну. Он... Стопудов залутал этот тайм. Так. Слепая дуэль, блин. Опа. Ну, блин, я как бы не знаю, этот чел очень странно играл, но подписывайтесь на канал, ребята, ставьте лайки. Давайте посмотрим, что у него есть. Блин, не успели. Ну, ребята, было потно. 12 убийств. Всем удачи, ребята, и всем пока-пока.